В Астане прошли учения по борьбе с лесостепными пожарами. Участвовали в них все службы ЧС и столичные коммунальщики. С воздуха условный пожар тушил вертолет. По сценарию огнеборцы ликвидировали горящий сухостой. С этой задачей они справились за полчаса. По словам начальника службы пожаротушения, с начала года в столице произошло уже 96 таких природных пожаров. С ними боролись порядка 600 человек личного состава и около 130 единиц техники. Площадь возгораний превысила 96 квадратных метров. Учения, в свою очередь, проводятся, чтобы отработать взаимодействие служб в таких ситуациях. С наступлением лета сотни отдыхающих выезжают на природу. Иногда небрежность, неаккуратность людей приводит к губительным пожарам. На сегодняшний день количество выездов увеличилось в связи, видите, с жаркими погодами. У нас много выездов пошло по сухостою, по камышу. В основном горит тоже жилой сектор. 48-50 выездов буквально вот за вчерашние два дня.